Мы представляем сегодня спектакль под названием «Бармалей». У нас участвуют детки 7-й школы, разные классы. Это и начальная школа есть, и постарше 5-6 класс. Они учатся очень многому, и собой владеть, и голосом, и, ну, всем. Поэтому, конечно же, этот фестиваль очень много им даст, ну, естественно, нам. Поэтому я жду творческих открытий.